Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодня я хочу поделиться с вами вот такой вот замечательной новинкой, вот такой вот замечательной находкой, таким вот помощником. Это ингалятор от фирмы Bewell с заботой о каждом. Ингалятор медицинский. У меня модель VN114, эффективный и инновационный. Он у нас бесшумный, подходит для детей, для взрослых, подходят все лекарства для него абсолютно, экономит лекарства. И также у него идет удобная сумка в комплекте. Посмотрите, как он прелестный. Идет он в двух цветах, вот такой вот желтый, есть еще белый. Расскажу, почему я выбрала именно эту модель. Такую небольшую предысторию, может быть, как кто меня постоянно смотрит, тот знает, что у меня есть дочка Ева. И у нас вот с зимы, где-то с января месяца, появилась такая проблема, как стеноз гортани, ну, ларингит, другим словом. И теперь чуть ли не каждую простуду, чуть ли не каждую, когда мы простынем, приболеем, даже совсем чуть-чуть, у нас вот происходит осиплость голоса, лающий кашель, и ночью иногда бывают приступы, она начинает задыхаться. Но это все, конечно, страшно, особенно это было страшно первый раз, когда у нас это произошло в конце января, это была банальная простуда, она простыла, заболела, температура, начался лающий кашель. Я никогда не могла понять, что такое лающий кашель, вот я вам честно говорю. Но вы никогда не перепутаете лающий кашель ни с чем, вот честно-честно, потому что это явно сразу слышно, понятно. Ну, и я по незнанию, конечно же, не ингалировала, хотя надо было бы проингалировать. Я думала, я утром вызову врача, и мне все скажут. Но ночью произошел вот этот вот приступ, и нам пришлось вызвать скорую. Мы уехали в больницу, нам поставили стеноз гортани второй степени уже, их всего 4 вида бывает. В общем, кололи уколы, дышали. И уже еще раза 3-4 было. Вот сейчас, если только у нее голос начинает хрипеть, сипнуть, просто даже без каких-либо видимых признаков простуды, я тут же достаю ингалятор, начинаю ингалировать. У нас есть обычный простой ингалятор, ну вот стандартный, ну вот такая коробочка, там идет шланчик, ну в общем все как обычно, многие же знают, что такое ингалятор, у нас есть простой. И я, когда увидела вот эту модель, я просто обалдела, потому что этот ингалятор маленький, компактный, его можно взять с собой в дорогу, в машину, в самолет, в поезд, хоть куда. Это такая находка для людей, которые страдают какими-то там, знаете, приступами астмы бронхиальной, какими-то аллергическими приступами. Он всегда у вас лежит в сумочке, вы его достали, налили свое лекарство, залили и проингалировались. Плюс в том, что этот ингалятор работает от батареек. У него есть и адаптер в комплекте, и он может работать от батареек. Я просто довольна как слон. Я, конечно же, сейчас вам все расскажу, покажу, достану обязательно. Я уже с ним ознакомилась так поверхностно. И давайте смотреть. Вот такая милая коробочка. Открываем. К слову сказать, что сам ингалятор мне пришел еще вот в такой большой коробке. Все было аккуратненько упаковано. Ничего не повредилось. И открываем коробку и смотрим. И здесь вот такая красивая сумочка. Bewell. Цвет такой приятный. Достаем сумочку. В коробочке у нас идет инструкция по применению, обязательно с ней нужно будет ознакомиться. Посмотрите, вот ингалятор есть в белом и в желтом цвете, как я уже вам сказала. Модель, еще раз посмотрите, VN114, потому что я думаю, многих может заинтересовать такая модель. Вообще ингалятор, мне кажется, должен быть в каждом доме, в каждой семье, особенно если есть дети. Это просто незаменимый помощник. И давайте смотреть. Такая прелесть маленькая, открываем, расстегиваем замочек. Я уже батарейки вставила, я хочу вам сказать, такая маленькая тоже приятность. То есть батарейки идут в комплекте, две штучки, сюда нужны батарейки, две пальчиковых, выражаясь по-русски. Посмотрите, как все компактно было упаковано, сумочка. Здесь такая специальная резиночка, чтобы держать прибор. К слову сказать, вес у этого ингалятора всего 137 грамм, он очень легкий. Очень легкий. Достаем. Адаптер идет в комплекте. То есть вы можете и от сети работать с этим ингалятором, и также от батареек. От батареек это, конечно же, в дороге, в поезде, в самолете, еще раз в машине. Я уже говорила, мы ездим к моим родителям, они живут в Мясе, в среднем городе, это 100 километров, но это на машине 1,5-2 часа пути. То есть если вот, не дай бог, что, достал, залил лекарство и все. Также я уже масочки тоже доставала, смотрела. Вот в таком пакетике были упакованы масочки. Здесь идет детская маска. Она даже подойдет для самых маленьких. Такой приятный синий цвет.
для маленьких ротиков, для деток, малышей. Обычная стандартная маска для взрослых. И вот такая вот белая деталька, называется она мундштук. Это для ингаляции через рот. Потому что здесь маска охватывает у нас и рот, и нос. А это для ингаляции через рот, чтобы лекарство поступало. Ну, мы в основном пользуемся масочками, поэтому вот. И сам, собственно говоря, виновник торжества, это сам ингалятор. Вот такой вот он интересный, красивый. Желтый цвет. Я вообще на него смотрю, любуюсь, мне он так нравится. Я говорю вот людям, кто страдает какими-то вот такими заболеваниями, с собой в сумку положить очень удобно. Так, ну что у нас здесь? Вот она идет сама аэрозольная камера, вот такого прозрачного цвета морской волны. Вот так вот она открывается, и сюда мы заливаем лекарство. Так, вот сюда мы надеваем нашу масочку, либо мундштук для того, чтобы дышать через рот. Сейчас я залью лекарство, вы заливаете свое, я тут налью свое. Сейчас, секундочку. Вот так вот здесь покажу. Вот я налила лекарство. Закрываю. Все очень удобно, все очень компактно. Надеваем масочку. Давайте я большую надену, чтобы удобнее было. И видно, наглядно было. Вот так вот. И нажимаем. Пробую вместе с вами. И вот таким образом пошел у нас пар. Держать кнопочку не надо, она горит зеленым цветом. Посмотрите, вот он идет пар, лекарство наше пошло. И вы слышите, что он абсолютно бесшумный. Немножко слышно, но это вообще по сравнению с обычным ингалятором, это ничего. Вы его слышите? Ну, понятно, что небольшой звук есть, но мне кажется, это вообще... Вот именно... А когда дышишь, его вообще практически не слышно. Я вот сейчас подышала, вообще практически не слышно. Я выключу, чтобы экономить батареечки. Вот такой вот замечательный ингалятор. Большой его плюс в том, что он очень легкий, очень компактный. Работает от батареек. Можно взять с собой в дорогу. И также самое интересное, что им можно ингалироваться под углом 45 градусов. То есть... Ребенок у вас, допустим, спит. Вы вот так ингалятор наклонили, ребеночек продолжает спать, а вы его ингалируете. Он не шумит, не кричит, не рычит, как обычно это бывает у ингаляторов. А вы тихонечко ингалируете, а ребеночек спит. У меня вот у Евы, когда такие проблемы с горлом, я ее ночью каждый час, каждые два часа ингалирую. Просыпаюсь, ее приходится поднимать, она сонная, она плачет, ей не нравится. Приходится сидеть и дышать, а куда деваться? Это все нервы, конечно же, и для ребенка стресс, и для мамы стресс, потому что, ну, это тяжело, особенно ночью. А тут такой маленький, удобный, компактный ингалятор, и можно вот под углом 45 градусов ингалировать. Здесь идет средний размер частиц, 5 микрон, это эффективная терапия нижних дыхательных путей. Очень огромный, еще раз повторяюсь, плюс, что он бесшумно работает. То, что им можно ингалировать под углом 45 градусов, то есть, когда ребеночек лежит, спит, ну, не только ребеночек, но и взрослый, работает от батареек, всего лишь от двух пальчиковых батареек. Мне кажется, это великолепно просто. И весит он всего 137 грамм. Это тоже большой-большой плюс. По итогу, что я могу сказать, довольна ингалятором на 100%, сумочка в комплекте, даже можно его без сумочки с собой, в принципе, куда-то перевозить, просто можно в полиэтиленовый пакет положить масочку и ингалятор, чтобы это все было компактно и удобно. Специальная резиночка для прибора, очень удобная аэрозольная вот эта вот капсула. Все мило, компактно и хорошо. Подходит и для детей, и для взрослых. Мне кажется, такой прибор должен быть в каждой семье, потому что и болеют, бывают и детки, и взрослые. Масочки разные. Одну снял, другую надел. Масочки, конечно же, нужно всегда обрабатывать. Ой, у меня опять упала моя табличка. Поэтому рекомендую, ссылочку на товар я обязательно оставлю внизу под видео в описании. Проходите, смотрите. Также там другой огромный выбор других приборов.
Есть очень интересный ингалятор, который мне понравился в форме паровозика, тоже детский, потому что у нас старенький ингалятор, и я подумываю о том, чтобы заменить уже ингалятор. Есть, я вот там присмотрела в форме паровозика детский ингалятор, но это милость, потому что ребенку будет интересно просто таким ингалятором ингалироваться. Вот. Надеюсь, я была вам полезна. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Ну, а я, конечно же, в свою очередь буду готовить для вас новые видео, новые обзоры, новые болталки. Всем пока-пока и до новых встреч. Пока!